Всем привет! Перед вами электрическая дрель Bosch GBM-16.2RE. Это профессиональная модель, подойдет для работы на строительной площадке. Легко просверлит пластик, металл, гипсокартон и дерево. При определенной оснастке ее можно использовать как строительный миксер. Мощность 1050 Вт. Инструмент имеет две механические скорости – 540 и 1260 оборотов в минуту. Они регулируются одной кнопкой и не требуют выключения дрели. Ограничитель глубины сверления и дополнительная рукоятка идут в комплекте.